Прямой эфир на канале «Россия-1» продолжает программа «Вести Хакасия». В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Кто виноват и что делать? Парламентарии Хакасии сегодня обсуждали причины газового кризиса в республике. Невидимый враг нематода. Село Балыкса в Аскийском районе закрыто на карантин. Добыча 3 миллиона, тюремный срок 15 лет. Грабители, которые в сентябре напали на кассира, задержаны. Весьма эмоциональным стало сегодня обсуждение газовой темы на президиуме Верховного Совета Хакасии. Депутаты составили перечень вопросов, которые намерены адресовать республиканскому правительству. Один из них касается причин банкротства компании «Хакасгаз». Все подробности в материале Алексея Гончаренко. Размеренное развитие событий на очередном президиуме Верховного Совета приобрело эмоциональный окрас, когда дело дошло до вопроса о газоснабжении в республике, точнее о том, как решать этот вопрос, когда обанкротившееся газораспределительное предприятие «Хакасгаз» будет ликвидировано. И сама история с банкротством, по мнению депутатов, странная. Основными акционерами, сказал глава комитета по бюджету, были организации, которые могли бы и не допустить банкротства. А собственно процесс этой банкротской организации, как же... Так, почему полста более чем процентов есть у «Газпрома» и у «Хакасии», почему она обанкротилась? Усматривается ли в этом вопросе преднамеренность банкротства? Есть здесь прокуратура? Многомиллионные активы, по словам депутата, теперь уйдут с молотка за бесценок. А именно к этому все и идет. Объявленные 2 недели назад торги по продаже имущества не состоялись. Не было желающих купить. Теперь на следующем аукционе стартовую цену снизят. А почему я столь напряженно про это говорю? А потому что память, если мне не изменяет, мы миллионов с 50 за последние несколько лет туда вкачали. Какие чисто прямые потери госимущества республики от банкротства, которое пойдет сегодня с молотка за 3 копейки. Следующий вопрос, который неизбежно встанет, когда в централизованные системы прекратится подача газа, это электрификация газифицированных домов. Ведь население начнет пользоваться электроплитами. За чей счет, если возникнет необходимость, будет сделана реконструкция электропроводки? Если за счет потребителя, то двойной удар по его карману. Услуги энергетиков уже сейчас дороже, а в скором времени, и все к тому идет, могут ввести норму потребления, а ее заведомо делают ниже среднестатистических потребностей. 90 киловатт на человека. А средний расход сегодня у нас примерно 140 киловатт в целом по Сибирскому федеральному 148-150 киловатт в среднем на человека. А норму хотят 90. А свыше нормы что? Там двойную, а то и тройную цену. На все возникшие вопросы ответов, во всяком случае публичных, пока нет. Их депутаты намерены получить во время правительственного часа на одной из сессий Верховного Совета в первых числах ноября. Алексей Гончаренко, Елена Крылова, Ира Вильдзисько. Вести Хакасия. Федеральный закон о запрете распития спиртного в общественных местах также обсудили сегодня депутаты Хакасии. Парламентарии поддержали инициативу внести ясность в некоторые аспекты закона. Напомним, появляться в общественных местах с бутылкой горячительного в России запрещено. За нарушение грозит штраф 500 рублей. Однако само понятие «общественное место» пока достаточно расплывчатое. Из-за этого часто возникают споры, в том числе и с силовиками. С инициативой дополнить перечень вышли депутаты Псковской области. Я прошу данную инициативу наших коллег поддержать, для того, чтобы у нас точно так же не возникали вопросы с прокуратурой, каким же образом толковать нормы общественных мест. Относится, скажем, подвал к общественному месту или не относится? Кроме того, депутаты предлагают увеличить штраф. И если инициативу поддержит большинство регионов России, появление в общественном месте со спиртным будет стоить от 2 до 4 тысяч рублей. В Балыксе решением Россельхознадзора объявлен карантин. В ходе исследований там обнаружены опасные вредители. Закрытая фитосанитарная зона установлена в связи с обнаружением золотистой нематоды. Запрет касается вывоза корнеплодов, почвы, посадочного материала. Сделать это можно только при наличии карантинного сертификата. Заборы проб специалисты отдела фитосанитарного надзора провели на приусадебных участках жителей Балыксы в сентябре. Из 30 хозяйств в 9 обнаружен вредный организм – фитогельминт, золотистая картофельная нематода. Для человека она не опасна, а вот картофелю серьезно угрожает. При заражении погибнет до половины урожая. Сегодня в Абаканском городском суде начался допрос обвиняемых и потерпевших по делу о гибели 7-летнего Никиты Ардасова в спорткомплексе «Абакан». Напомним, в марте на ребенка во время тренировки по мини-футболу упали ворота. На скамье подсудимых директор учреждения и тренер, снимающий зал в аренду. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Из зала суда Константин Кравцов.
Это слушание для мамы погибшего Никиты стало очередным потрясением. Женщина не сдерживает слез, когда прокурор начал перечислять травмы, полученные ребенком. Смерть Ардасова НС наступила 14 марта 2013 года в 19 часов 30 минут от сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, правой верхней конечности. Мартовская история в спорткомплексе «Абакан» прогремела на всю страну. Во время разминки перед тренировкой Никита Ардасов, пытаясь достать мяч, зацепил ногой сетку ворот. Конструкция, не устояв, придавила ребенка. Спасти жизнь ему медики не смогли. На скамье подсудимых сегодня директор спорткомплекса Галина Чудинова и тренер Михаил Стоянов. Родители привели ребенка заниматься и доверили ребенка тренеру. Соответственно, тренер осуществлял деятельность на территории, в помещении спортивного учреждения, нового спортивного учреждения, которым руководит директор, и за это все отвечает. Мама погибшего мальчика со следствием согласна. Кстати, 2 годами ранее в спорткомплексе у того самого тренера уже падали ворота на другого мальчика и повредили руку. Но, зная об этом, Татьяна вряд ли отдала бы сына на секцию. Если это футбольные ворота, значит, они должны выдерживать удары. Не то, что ребенок, вытаскивая мячик из сетки, мог такую махину на себя покинуть. И директор спорткомплекса, и тренер сегодня отказались признавать вину, впрочем, как и давать комментарии на камеру. Стоит отметить, правоохранители не припомнят, когда в последний раз Абаканский горсуд рассматривал подобные дела. И вместе с тем, что оно уже стало резонансным, обещает быть довольно длинным. В процессе будет допрошено около 60 свидетелей. Это и работники спорткомплекса «Абакан», и его посетители. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В селе Оски сотрудник ГИБДД выдал водительское удостоверение за деньги. Оборотня в погонах выявили сами полицейские из отдела собственной безопасности МВД. В ходе проверки выяснилось, что еще в августе старший госинспектор ГИБДД по Оскийскому району за определенную плату помог сдать госэкзамен по вождению. Он внес в протокол информацию об успешном прохождении испытаний, а на следующий день выдал водительское удостоверение. Приказом МВД по Хакасии полицейский уволен в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Пострадать может и его непосредственное начальство. Решается вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности. А в Абакане задержан 14-летний юноша, который сбитый в руках запугивал и грабил прохожих. Жертвами малолетнего преступника стали его сверстники. Первым угрозы в свой адрес услышал 11-летний школьник. Ему пришлось отдать телефон. Затем, действуя уже по отработанной схеме, грабитель в подъезде дома завладел сотовым и рюкзаком 13-летнего подростка. Поймали хулигана довольно быстро. Теперь он может оказаться под стражей. Следователи намерены обратиться в суд с требованием о его заключении. Полицейские задержали грабителей, которые совершили дерзкое нападение на кассира среди бела дня. Их добычей стали более 3 миллионов рублей. Преступление произошло 9 сентября в Абакане в районе парка Преображенский. По горячим следам удалось задержать одного из нападавших. К поимке остальных 4 подельников хакасским полицейским пришлось привлечь красноярских коллег. С их помощью удалось задержать 2 преступников в краевом центре. Еще 2 участников ограбления схватили в Черногорске и Абакане. При расследовании дела выяснилось, что грабители – жители Хакасии Красноярского края, готовили нападение тщательно, прорабатывая детали. На преступление они готовились серьезно, заранее обговаривали все детали, моменты, использовали технические средства, то есть связывались по телефону и так далее. То есть рассматривались различные варианты совершения этого преступления. Добавим, данное преступление относится к категории тяжких и карается сроком до 15 лет. Мы уже не раз рассказывали о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И всякий раз чужая беда находила отклик у наших телезрителей. Сегодня помощь нужна молодой женщине из Абакана. Нет денег на дорогу в клинику Санкт-Петербурга. Инвалид 2-й группы должна приехать туда на 12-ю по счету операцию. Рассказывает Юлия Константинова. Между жизнью и смертью. Вот уже год и 10 месяцев Саяна Давыдова не знает, куда качнется чаша весов. 11 операций, несколько раз в коме, реанимации. Банальный приступ поджелудочной случился 2 января. В городскую больницу женщину доставили на скорой. 2 дня прокапали и выписали до 10-го. Как надо было желчную удалять, и УЗИ не делали. Сделали только анализ мочи, анализ крови. Все. На основании этого, УЗИ у меня предыдущее было, то, что наличие камней. Они мне сделали операцию. И во время операции, эндоскопии, пересекли желчные пути. Наугад отрезали, я так понимаю.
Теперь она фактически живет в больнице. Сначала в Абаканской, потом в Томской. Несколько раз молодой женщине неудачно пытались реконструировать желчевыводящие пути. Надежда появилась, когда поехала в Санкт-Петербург. Клинику нашла сама по интернету. На первую операцию деньги собрали родственники. На вторую пришлось взять несколько кредитов. Две сложнейших операции. Ошибки абаканских коллег питерским исправить удалось. Сейчас вот мне забили новый дренаж, подвели к левой доле. Вот желчь оттекает. Но для того, чтобы сделать очередную операцию, поставить дренаж, нужно, чтобы там образовался канал. Вот я жду это время, выжидаю в данный момент. Лечь под нож теперь уже для восстановления Саяне предстоит 18 ноября. Матери двоих детей Минздрав выделил квоту. Правда, ехать в Питер и обратно придется поездом 5 суток. Она вся в трубках, видите? Вся в трубках. Вот у нее везде эти трубочки, везде эти. Это все надо промывать 2 раза в день. В вагоне посторонние люди, как она вот будет это? А если бы она инфекцию какую-нибудь? Это вообще невозможно. Малейший намек на воспаление и операцию отложат на неопределенный срок. Несмотря на то, что и без этих проблем с дренажом Саяне предстоит ходить в течение 2 лет, чтобы желчевыводящие пути восстановились. А на самолет денег нет совсем никаких. Поэтому просит мать двоих детей, помогите, кто сколько может. Очень хочется жить и ребятишек растить, ведь сыну Максиму 13 лет, а младшенькой Алисе всего 2 года. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, «Вести Хакасия». Если кто-то может помочь Саяне Давыдовой, средства необходимо перечислять на банковский счет. Номер вы сейчас видите на экране. Также можно лично связаться по телефону. Это номер ее мамы Светланы Зининой. Также всю информацию можно получить в нашей редакции по телефону 22 72 82. В Хакасии вновь пропал человек, на этот раз в Аскисском районе. Житель села Берегчуль ушел за водой и не вернулся. В районе развернута поисково-спасательная операция, уже 3-я за последнюю неделю. Накануне спасатели отправились в Багратский район. Там, в окрестностях поселка Верхьерба, в ночь с 9 на 10 октября пропал молодой человек. А на Красноярском водохранилище продолжаются поиски рыбака. Был задействован вертолет, но облет территории результатов не дал. Хакасский музыкальный драматический театр «Читиген» едет на гастроли впервые на Северный Кавказ. В рамках тура планируется посетить 3 республики – Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Карачаево-Черкесию. Чем планируют удивлять, узнали наши корреспонденты. Декорации спектаклей на Северный Кавказ уже отправлены, репетиции завершены. Идет согласование окончательного варианта гастрольной программы, в которую вошли 5 постановок. Легенда о великом Хайджи Ахол по пьесе Ильи Топоева – одна из самых ярких, музыкальных, демонстрирующая особенности национального мировоззрения и культуры хакасов. Второй спектакль мы взяли, он уже такой уже именитый, уже многим критиками отмечен, мы его показывали во многих фестивалях и на гастроли возили. Это известный автор японский Акутагава. Мы его как перевели на хакасский язык. Называется, по-русски «Суд» называется спектакль. Везет «Читиген» на Северный Кавказ и спектакли детские, и программы фольклорной группы. Больше 20 выступлений, которые состоятся в рамках федеральной целевой программы «Культура Хакасии». Надо отметить, коллектив уже принимал в ней участие. В течение месяца гастролируя по Бурятии, Забайкальскому краю. В этом году на положительное решение гастрольного вопроса театр даже не надеялся, написав все же заявку в Москву. Получил добро на Северный Кавказ. Регион неспокойный, поэтому художественный руководитель заранее съездил, чтобы оценить обстановку и потенциального зрителя. Весьма избалован вниманием творческих коллективов, почетных гостей, приезжающих по федеральным программам. Вроде нормально, там все спокойно, в принципе. Люди живут. Ничего страшного в этом, я думаю, что нет. Мы должны работать, свою работу делать. 20 октября «Читиген» вылетает на Северный Кавказ. 28 октября возвращается, чтобы в ноябре принять оттуда гостей. Кабардино-Балкарский театр приедет на гастроли в Хакасию. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». Заслуженная артистка Хакасии Мария Янгулова приглашает на юбилейный концерт. Свой значимый день рождения она сама дарит подарок. Во-первых, искрометную оперу «Пергалези. Служанка и госпожа», написанную для оркестра и 2 солистов, где мужскую партию исполнит Даниил Тарасов. Надо отметить, приверженцы филармонии уже слушали это произведение в исполнении артистов Большого театра в рамках проекта «Оперные шедевры». Сал смеялся и плакал, глядя, как плутовка-служанка играет чувствами своего хозяина. Поэтому нашим вокалистам до 20 октября предстоит большая работа, в том числе и репетиции песен советских композиторов, национальной «Тахпахи», которые исполнят воспитанники Марии Янгуловой,
Ярославой ученики музыкальных школ города. Интересно, что в программу виновница торжества включила и песню своего сочинения «Колыбельную», «Кореглазая», «Дочь моя». Когда у меня вот уехала дочь и из родного гнезда, скажем так, улетела, стало так ужасно тоскливо. Я, конечно, в состоянии стресса, вот, скажем так, родила просто эту песню за 3 дня. А мелодия очень обыкновенная, простая, но слова... И когда вот зритель у меня сидит, мой зритель, когда он плачет, я, значит, так, я на правильном пути. У меня к этому часу все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте вести-хакасия.рф. Не пропустите главного, хороших вам вестей. Увидимся.